Здесь тоже все занято. Ты смотри, как все любят болеть, а там нет ничего. Нет, пошли дальше. Есть тут свободная койка? Осторожно, здесь стол. А здесь есть свободная койка? Сам видишь. Неужели нельзя потесниться? Туалете свободно. Тебя бы туда положить, остряк. Перевернем сеньору. Молодец, держится. Сестра, вы бы тут хоть светофор поставили. Где тут поставить? Извините, доктор, наши турщинцы совсем плохо. У вас тут теснее, чем на стадионе. Вот, кажется, свободная койка. Главврач, не будь есть деньги. Много денег. И бред какой-то. Она, наверное, бредит. Какие деньги в медбуде? В медбуде не за что покупать лекарства и халаты. Ну да, да, конечно. Бабушка, вы продолжайте, продолжайте. Это сейчас ничего нет. Я здесь не в первый раз. Я налоговый инспектор. Больница огромная. Деньги были. Они у льва. Бред, какие деньги? Какие деньги в медпуте? О чем вы говорите? Это предсмертный бред. Это примортис делириум. Да-да, делириум примортис. А мне кажется, она была в полном сознании. Делириум примортис. А, да. Могу я вам предложить кофе? Да, Женечка, хорошо, хорошо. Это вредно. Мы не можем себе этого позволить. Рейдли, перестань бросать деньги на ветер. Столько вещей ценных пришлось продать. Часы заложили. Мои часы. Машину пришлось продать. Моя машина. Не мелочи. Я, между прочим, уже второй день не обедаю. Я при чем? Как при чем? Сам ест, а я в рот заглядываю. Я мозг. А мозг надо питать. По зарплате опять ноль. Эх, найти бы деньги медбуда. Я бы тогда стал богатым, доучился и был как хирург Байдалюк. А почему как Байдалюк? Да потому что у него всегда много клиентов. А когда я разбогатею, знаешь, что я сделаю? Что? Буду ходить каждый день на ЛФК в отделении. Массаж, гидромассаж, душарко. И только к Оксане Валентиновне. Да, понимаю. Смотри, вон, держи его! Отдай массы! Thank you.
делать, а? Остается только одно, идти к директору. Да? Мы пошли к директору. Так, ты оставайся, а мы пойдем. Святая Розали, здесь что, дом свиданий? Значит так, мы хотим раскрыть все карты. Нам нужна половина за поимку льва. И доля в прибыли не будет. Да. У меня есть к вам предложение. От себя и от главного врача. Они пошли бы вы к черту. Так, подождите, а как же зарплата? А 13-я зарплата? Премия, в конце концов? Нет. Хорошо, хорошо. Но тогда зарплата и премия. У нас не на что лекарства покупать, халаты не за что купить. А задолженность Киевгорстрою? Вы хотите, чтобы нас разогнали? Тогда и делить будет нечего. Не знаю, тогда хотя бы зарплату дайте, ну. Выдайте хотя бы зарплату. Да, зарплату. А я что говорю? Всем зарплату. Остальное президенту холдинга и мне. Yes. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Тридцать семь, 38, 39, 40.
Yeah.